Приветствовать вас на открытом чемпионате Тюменской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини. Хочу представить вам моего ведущего, зовут его Сергей. Он прибыл к нам из города Новосибирска, является заслуженным мастером спорта по бодибилдингу, трехкратным чемпионом мира. Сергей, который расскажет нам о программе соревнований на сегодняшнем мероприятии. Спасибо, Вера. Сейчас мы рассмотрим программу соревнований. Здесь должны звучать фанфары. У меня так написано, фанфары. Погромче. Спасибо. Итак, дорогие друзья, хочу от себя лично приветствовать вас на открытом чемпионате Тюменской области по бодибилдингу, фитнес-бикини и конкурсу фитнес-модели. Я, насколько знаю, подобные соревнования здесь давно уже не проводились. И мы сегодня увидим выступление лучших спортсменов, лучших спортсменок Западно-Сибирского региона, Уральского региона. Давайте поаплодируем тем, кто у нас сегодня будет выступать. Давайте поаплодируем нашим судьям. И я хочу сейчас назвать те города, республики, страны, которые примут участие в нашем турнире. Итак, встречайте, город Красноярск. И, конечно же, Тюмень. Аплодисменты всем регионам, которые примут участие в нашем турнире. Дорогие друзья, ну и для открытия вас приветствует отделение художественной гимнастики детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва